Итак, начинаем присед на повторы. Нужно сделать 77,5 килограмм, 77,5 килограмм на 50 раз. Ну, буду делать по 8 раз, наверное, в каждом подходе. Начинаем с разминки. Разминка со штангой весом 50 килограмм. Забыл убрать штуку. Так, погнали, друзья. Опа. Ох, какая легкая. Чё-то думал, она будет тяжелее. Раз. Два. Три. Четыре. Итак, начинаем наш первый подход с весом 77,5 килограмм. Ой, 77,5, да? Я не ошибся, все верно. Это не пиковый вес, поэтому мы будем делать его раз на 8. Опа! Слушайте, как он хорошо лежит на плечах даже. И... Нормально. Так, второй подход через 5 минут с весом 77,5. Присед на повторы будем делать 8 раз. Пытаться 8 раз. Третий подход с весом 77,5. Опять делаем на 8. Продолжаем действовать по восьмерочкам. И... Четвертый подход, вы не поверите, но нужно сделать всего лишь еще один раз на 8. И тогда наверняка, и тогда 3 по 6 нас ждут. А сейчас 8 раз с весом 77,5. Вес, кстати, ласковый, ощущается приятно. Ощущается довольно
Хорошо. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Правнее на спину. Так, друзья мои, пятый подход из седьми. Я думаю, сегодня будет 7 подходов. Пятый подход на 6 раз. Вес 77,5. Пятый подход на 6 раз. Штанга уже начинает наливаться весом. Итак, шестой подход из семи, предпоследний с весом 77,5. Фу! На 6 раз. Так, друзья мои, последний подход на 6 раз с весом 77,5. Фу, сибирский воркаут. Шутка. Сибирский воркаут. Хюррем Султан. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ян Шадан.